Эффективное производство труб для орошения и других целей. Pipe Technologies производит широкий ассортимент полиэтиленовых труб. Сегодня они занимают 25% рынка полиэтиленовых труб и около 60% рынка полиэтиленовых труб местного производства. Наша компания основана в 2009 году. Мы занимаемся производством полиэтиленовых труб, компрессорных фитингов и лент капельного орошения. В 2019 году компания инвестировала в новую экструзионную линию для производства полиэтиленовых труб в Янгиульском филиале банка Ипакиоля. Производство новой машины на 65% выше, чем у старой. Новое оборудование потребляет на 54% меньше энергии, чем старое. Это означает, что компания экономит почти 40 тысяч евро на расходах за электроэнергию в год. Производительность на старом оборудовании была 2 тонны в сутки. Новое оборудование может безопасно производить до 6 тонн в сутки. Это играет очень важную роль при таком большом объеме заказов с точки зрения исполнения. Кроме того, новое оборудование представляет собой автоматизированную линию с более быстрыми процессами и большой безопасностью для персонала. Продажи значительно выросли. С новой машиной компания может выполнять крупные заказы за 2-3 дня, не опасаясь подвести по срокам. Теперь компания может производить трубы с максимальной эффективностью, сводя к минимуму вредные воздействия на окружающую среду и помогая поддерживать хрупкую экосистему, на которую полагаются клиенты в сельскохозяйственном секторе для производства великолепных фруктов и овощей.